Югорчане вместе с жителями всей страны участвуют в главном политическом событии – выборах президента России. Избирательные участки по всему округу открылись в 8 часов утра и будут работать до 8 часов вечера. Наши съемочные бригады сегодня работают в разных городах и поселках округа, поэтому мы оперативно будем передавать информацию о ходе голосования. В Ханты-Мансийске, как мы видим, на избирательных участках с самого утра уже был наплыв голосующих. Как правило, первыми свой гражданский долг исполняют те, кто спешит на работу. Если я не проголосую, за меня проголосуют. Выбор мой, мне не безразличен он. Мне интересен, кто будет наш следующий президент. Поэтому я пришел. Первый раз голосуем и хочется участвовать в жизни нашей страны. Для меня выборы. Самое главное, чтобы было хорошо моим детям, моей семье, чтобы комфортно и с любовью жилось. И самое главное, чтобы не было войны. И чтобы наши дети росли в любви, в счастье. Это, наверное, важно для каждой мамы.